Дастин родился и вырос в городе Лафайотте, штат Луизиана. Повышенная влажность воздуха, множество болот и засушливое субтропическое лето – такие прелести природы с детства окружали будущего чемпиона UFC. Кори родился в полной семье, но воспитывался матерью и бабушкой. Бриллиант является представителем этнической группы каджунов, франко-канадской языковой группы. Каджуны – крупнейшее этноязыковое меньшинство в Луизиане, и сам Дастин гордится своим происхождением. Боец без проблем может провести маленький исторический экскурс. Многие не понимают, что термин каджун описывает целый регион в Луизиане. Акадцы были изгнаны из Новой Шотландии и поселились в Луизиане. Лафайет – место, откуда мы с Даниэлем Карми, по сути, является центром этого района. Люди думают, что слово каджун может обозначать деревенщину или фермера, но это термин, который описывает область и относится к людям из этой области. Далее, почти классическая биография среднестатистического бойца UFC, непростое детство, занятие борьбой в средней школе и проблемы с законом. Но именно на школьном периоде хотелось бы остановиться подробнее. На этом этапе Дастин сделал несколько определяющих шагов в жизни. В школе Кори познакомился со своей будущей женой Джоли. Молодые люди начали встречаться в возрасте 14 лет. Спустя 6 лет, 4 сентября 2009 года, пара официально зарегистрировала свои отношения. На момент вступления в брак Дастину было 20 лет. То есть перед нами довольно красивая история о женщине, которая прошла со своим мужем путь от смешных гонораров на полулюбительских турнирах до чемпионского пояса UFC.